И снова всем привет, мои дорогие друзья и подписчики, с вами, как всегда, не первый, но и не последний московский видеоблогер, и вы находитесь на канале «Московский обжора». И я сейчас, знаете, что буду жрать, ребята? Вот такие вот отварные, вареные, куриные окорочка, окорочок куриный. Видите, какой получился? Красивый вообще, просто пальчики оближешь, очень, да, выглядит аппетитно, вкусно и хорошо. А окорочок я этот буду отварной сегодня употреблять вот с чем. Вот с такой вот фасолью. Белая фасоль в томатном соусе. Это очень хорошая фирма, называется «Глобус». Я ее покупал в «Пятерочке» по акции. Вот, очень свежая. И что я хочу сказать, ребята, это фасоль без консервантов и без ГМО. Ее делают от фирмы «Бондюэль», Кубань. Ясно, да? Вот. Так что вот давайте мы ее откроем с вами и посмотрим, как она, что она из себя представляет. Ой, открыл, проткнул. Когда открываете любую консерву, соблюдайте в первую очередь технику безопасности. А еще лучше, у кого есть такая возможность, можете одеть хлопчатобумажные перчатки, ХБшки. И тогда вы точно не порежетесь. Но я мужчина сильный, смелый, спортивный, поэтому я голыми руками открываю. Видите? Вот, уже открыл. Я рекордсмен по открыванию консерв. Отлично. Густая, очень хороший у них это томатный соус, очень качественный. Видите, какая фасолька? Ребята, Ленка моя уже утащила один окорочок отварной. И вот, принесла только мне одну пустую тарелку для того, чтобы я ей фасоли положил. Давайте разделим. Так вот, поровну, чтобы все было, чтобы никого не обидеть. Видите, какая фасоль хорошая, нежная. Вот белую обожаю в томатном соусе. А красная фасоль, она сама по себе грубей. Поэтому покупайте по возможности только белую фасоль. Она это лучше. Ну а полезно и та, и это. Одинаково. Ну а вкуснее белая. Ну вот, видите, как я быстро разложу. Ну вот такая вот красота, ребята, получилась. Видите, да? Вот. А беленького хлебушка все-таки нужно отрезать. Будет вкуснее. Ребятушки, а чтобы это дело было еще вкуснее, я сюда добавлю вот такого вот замечательного и самого хорошего майонеза. Московский провансаль. Совсем немножечко. А хрен и горчицу я добавлять сюда не буду, потому что уже будет сочетание плохое и невкусное. Хотя кому-то нравится, правильно? Всем мил не будешь и всем не угодишь. На вкус и цвет товарищей нет. Все, приятного всем аппетиту. Поехали, дегустация начинается. Ой, а вилку-то я забыл, ёшкин кот, вилку-то я забыл, ребят. Вот она, вилочка моя. Вот она, родимая вилочка. Да, томатный соус у них, конечно, хороший. Да, фасоль то, что надо. Вкусная. Смачная. Окорочок отварной. Тепленький. Ставлю я этому блюду, не глядя, 5 с плюсом. Очень вкусно. Фасоль не жесткая, не твердая и не мягкая, а вот то, что надо. То, что доктор прописал. Очень вкусно. Очень хорошая. Окорочок очень вкусный, отварной.
мягкий, сочный, жирный. Душевный оргазм. Так мне, ребята, никто и не написал, что случилось со страницей ВКонтакте у Влада Савельева. Вот такой у нас народ, недоброжелательный. Ну и хрен с вами. Может быть, его страницу хакеры взломали? Да, вряд ли. Вряд ли у него чего взломаешь. Он парень умный. Тем более сам по образованию айтишник, программист. Влад Савельев — это очень хороший человек, добрый. Я всегда его смотрю, все видео. Всегда, ни одного не пропускаю. Вкусно, пальчики оближу. Надо еще майонезику добавить маленько. О, хорошо. Ой. Да, фасоль, конечно, это божественно. Очень вкусно, попробуйте тоже так же повторять за мной. Очень хороший сок у них. Рассол. Томатная паста хорошая. Томатный соус очень качественный. Фу. О, какая, ребят, вкуснятина. Что еще нужно для полного счастья? Это хорошо поесть вкусной еды. Очень получилась курочка аппетитная, нежная, сочная, жирная. Фасоль очень хорошая. Ставлю 5 с плюсом этому блюду, очень вкусно. Ooh.
Я даже, ребята, не могу комментировать. Очень вкусно, потому что... Да, фасоль божественная, глобус. Белая в томатном соусе. Вкусно. Вон, всю фасоль съел, осталось только курочку доесть, ребята, видите? Косточка. Видите, какая курочка нежная, что даже сами косточки выскакивают. И очень вкусно вот эти шишечки. Вкусно шишечки. Костный мозг. Деликатес. Обожаю костный мозг. А это еще вкусные куриные шишечки. Не забывайте заказывать у меня фотосигны. Пишите подробности все. Узнавайте ВКонтакте. В личку мне пишите. Пятерку ставлю с плюсом. Не забывайте подписываться на мой канал. Фасоль просто бомба. Особенно белая в томатном соусе. Ва, хорошо было, ребята. Очень хорошо. Все, пойду руки мыть и буду отдыхать. Пока, мои хорошие. Не забывайте подписываться.